Приветствую вас на нашем канале. Сегодня мы снимем очередное видео о том, как из обычных обрезков, которые иногда у вас остаются, вырезать кухонный нож для хлеба. Материал у нас будет липа, кухонный нож, с которого возьмем резец, и самый простой набор стамеса отлогая нож для карвера. Берем наш нож. Более толстую сторону используем для ручки, более тонкую для лезвия. Прикладываем и обводим. Может, чуть неправильная геометрическая форма, поэтому переносим дальше. Это у нас наша ручка. Приступим. Дерево достаточно жесткое, твердая порода. Обязательно следим за положением рук. Нож, если скальзывает, не должен попадать к нам на руку. Сейчас просто укорачиваем заготовку. Использовать можно даже элементарный нож только для чип-карвинга. Тоже будет достаточно. Ну, мне удобно отлогими. Более сильный вариант. Не заходим за нашу линию. И обязательно следим за положением пальцев. Контролируем. Большие объемы неудобно снимать такие. За нашей отметкой карандаша на него не заходим. Да.
стараемся подогнать максимально ровно, чтобы у нас не было на выходе очень много работы со шкурками. Да, рез идет на себя, но рука лежит на столе, поэтому относительно это считается безопасно. Случае возможность есть для безопасности маленький участок лес на себя лучше сделать ножом. Работает только кисть. Чуть-чуть управляем, но одна сторона у нас, можно сказать, готова. Стараемся подогнать одну сторону по рисунку, а потом вторую уже подгоняем к нему. Thank you.
более точно мы вырежем заготовку, тем меньше у нас работы будет по шлифовке. То, что дерево может волокна менять направление. В данном случае произошло. Чуть-чуть набрать вот эти наши. Базу заготовки мы дали. Теперь еще раз. Вот у нас. Вот у нас ручка. Чуть-чуть.
Есть, свели. Теперь смотрим, где у нас будет лезвие. Лезвие у нас это вот это сейчас. Убираем на одну кромку. Стараемся вывести максимально ровно, будет на финише меньше работы со шкуриванием материала. Для большего удобства острые углы грани чуть-чуть снимаем. У нас везде был мягкий полукруг. Форму дали. Теперь нам понадобится наждачка. Понадобится наждачка 150, 240, 320 и масло-воск на финише. Берем сначала 150. Стараемся режущую кромку сделать максимально тонкой, насколько позволяет сорт дерева.
данном случае слива достаточно твердый сорт дерева, поэтому можно наводить фактически ноль. После шлифовки дерево намного лучше впитывает в себя масло воск и более равномерным слоем не остается мест залегания для бактерий. Шкурку по мере износа меняем. Берем 240. Можно классическую для дерева, можно такого плана силиконовая основа. Разницы вы особо не почувствуете. И на финише 320. Желательно держаться чистую тряпочку под рукой. Да, просто даже протереть, присмотреть. Может быть, какие-то изъяны закрадываются. Как и в первом видео, губка. Нож для хлеба, для масла готов. Сейчас покроем его финишным покрытием. Финишное покрытие масло воск.
Все. Наши изделия на выходе.